Духовная практика – это контакт с Богом. Иначе это не может быть духовной практикой. Даже когда вы делаете просто добро людям, это еще не духовная практика. Духовное – значит чистое сердце. Если сердце не чистое, как вы сделаете добро? Только внешне. Только внешне. А духовность, что вы не для себя, а для Бога делаете, это другое вообще, другая жизнь, другой взгляд на мир. Но духовную практику не каждый решится, потому что вы уже не будете жить для себя. Человек должен, ну как, быть готовым к такому решению, иметь знание, как жить по другим вообще законам. Мы прожили жизнь, да вот так. Оказывается, есть какие-то вообще другие законы, неслыханные, невиданные, когда все приходит само по себе к человеку. А такое возможно вообще? Они не знают этих законов, поэтому они боятся духовную практику.